меня появилась идея, можно замутить такую тему, в общем, бездомным собакам одевать ошейники и на ошейнике писать, что этот пес, он хоть и бездомный, но если с ним что-то случится вдруг, он попадет в беду, то обратитесь ко мне и оставляйте номер телефона. То есть прямо на ошейнике я буду оставлять эту информацию. И в случае, если что-то случится с собакой, то я буду на чеку, и мне позвонят, и я ей займусь. Как вы смотрите на такую инициативу? Укажите в комментариях, напишите. Для этого покупал чаппи в маленьких пачках. Маленьких удобно, никогда пачка не лежит открытой в машине и нету запаха. Но решил все-таки купить большую пачку, огромную, 13 килограмм. Как-нибудь справлюсь с запахом. Ну, в общем, теперь буду покупать педигри. Педигри охотнее едят собаки, он подороже, видимо, и консистенция другая. В общем, остановился вот на такой пачке в 13 килограмм. И сегодня же поеду к своим ребятам в Изучинск. У меня рядом с домом есть собаки. Недавно их нашел. Поеду их сейчас накормлю. Сделаю этот тест-драйв нового корма. Они до этого ели чаппи. Сейчас посмотрим, как они отреагируют на педигри. Мне, кстати, даже писал представитель Марс, девушка Аня, по-моему, или Яна, то есть производитель кормов педигри, о сотрудничестве спрашивала, но так и ничем не окончилось. Я расценки сказал, ну, рекламу у себя в паблике, но ничем так и не окончилось. Вот делаю им бесплатную рекламу. Беру 13 килограмм педигри за 1689 рублей. Вот. Ну, насколько я знаю по опыту, собаки больше любят все-таки педигри. Хорошего дня, ребята!